Всех приветствую на канале интернет-магазина GrowMir. В этом видео я расскажу про стимулятор цветения и ускорение роста, препарат Bloombastic от компании Atami. Препарат Bloombastic от компании Atami – это стимулятор биологического происхождения, который является комплексом с повышенным содержанием до 50% активных биоминералов фосфора и калия. Данный препарат имеет одностороннее влияние на растительность, стимулируя минеральный обмен в клетках в фазе цветения и плодоношения. Вследствие этого действия повышается численность соцветий, улучшается спектр вкусовых характеристик, повышается масса плода и достигается равномерное созревание. Кроме того, он активизирует насыщение растительных клеток эфирными компонентами, фосфорной кислотой, соединениями железа, фосфатом калия. Комплекс этих компонентов оказывает ферментативное действие, антисептический и заживляющий эффект, в результате чего он работает в качестве стресс-корректора. Применение стимулятора рекомендовано при выращивании плодовых растений в условиях гидропонной технологии. Также он эффективен при подкормке растений в открытом грунте, гроутентах, гроубоксах и различных видах субстратов. Дозировка данного препарата составляет от 0,5 до 1 мл на литр питательного состава или воды. Корневая подкормка проводится в период с 5 по 6 неделю цветения. На данном этапе вы можете видеть основной состав данного препарата. Инструкцию по применению препарата Bloombastic от компании Atami. Этот и многие продукты вы можете приобрести в интернет-магазине GrowMir, а я с вами прощаюсь, до новых встреч!